всем, я. Привет всем. Я начинаю влог с вечера. Мы хотим вам показать сейчас, как приготовить ПП-сырники в духовке. Они получаются очень вкусные. Подожди, сыночка, подожди секундочку сейчас. Сейчас покажем вам, что для этого нужно и как их готовить. Творога надо 350 грамм. Мешаем. Нет. Еще много осыпать. Еще много, еще. Рикотта 450 грамм. 60 грамм сахара. Соли. Ну и щепотка соли. Это все надо перемешать. Отдельная емкость нужно взбить два яйца. Дай мне его. Мне не яйца. Мне много. Ты разольешь. Вливаем это сюда. Еще перемешиваем. Так, 80 грамм муки. Добавляем сюда же. Опять все перемешиваем. Наливаем чуть-чуть масла. Вы тоже храните все в духовке, все так. Сковородки. Разогреваем. На сколько градусов? Вообще на 180 градусов. Это потом лепешечки формировать надо мокрыми. Кстати, я вам самую большую сделаю. Ну, не очень аккуратно, зато очень вкусно. Так, 180 градусов. Разогрето уже. Ставим в середину на 35 минут. Вот теперь у нас вот такая красивая дверь. И есть даже окошечко для кошечки. Такие вот ручки красивые. Это дверь. Окошечко. Это дверь, она же через нее ходит. Ну, дверь. Вот они, котятки, сидят, смотрят мультик. Ну, кто-то спит, а кто-то смотрит. Все у нас готово. Наивкуснейший. Прошло 35 минут. Самый вкусный сырничек. Да, в жизни очень вкусный. Такие вот получились. Снимать их лучше, когда остынут. Да? Вроде бы. Да, они сейчас разваливаются, не покушают. Очень вкусно. Мужчины решили покушать пельмени. Ну, главное, мужчины захотят. Привет. Аккуратно. Аккуратно, горячо. Это подставка. Подставка можно горячая. Да, на нее горячая ставят. Кушать, папа? Чего? Нет, не надо. Это просто подставка. Подавочка. Еще рано. Мягкие. Пельмени. Нет, сейчас мы сварим пельмени. Я только воду поставил. Да должно быстро сейчас закипеть. Привет, ребята!
Сегодня у нас четверг. Я уже давно встала, уже покушала. Сейчас у меня в планах погладить вещи. И потом пойти на... маленько потренироваться, пресс покачать. Так что... дел немного, а еще вечером хочу приготовить морепродукты. Просто поесть перед... ну, как бы до 7 часов поесть морепродукты, потому что рекомендовано при похудении. Главное занятие – движение. Мы с кофе. Мы вот с этой кофточкой вдвоем. Скажи, да, Тутя? Тутя. Ой, скажи, отстань от меня. Все, погладила, сейчас пойду развешу. Мы поехали за Максом. И нам надо съездить в больницу, забрать анализ. Он пошел за ФСДЭК, короче, какая-то посылка нам пришла. Что там пришло? Розетка, наверное. Не знаю, да. Ну не мой чехол, я уже вижу, она. Не твой чехол, наверное, на... Вот. Фигня это. Кто-то выиграл. Наверное. Что это? Что это такое? Это... я выиграл, а она... там оказалась платная доставка. Я отменил ее. Спорил с ними, спорил. Мне подтвердили, вернули деньги все. А эта фигня пришла. А сколько она вообще стоит? Ну, 500 рублей. Вон, это фонарик? Да, я не знаю. Как его там? Ну, наверное, заряжать надо. Ну, ничего, она пригодится. Макс любит такую вещь. Ну, да. Максу пригодится. О, ремешок. Ну, ремешок-то хороший. Что-то это... там, батарейку надо. Ну ничего, мам, у нас нет батареек с собой. Дай, сейчас покажу. А, ну вот, а это что, для чего это? Да заряжать его, наверное, можно. Вот, смотрите, такой тогда фонарик. На аккумулятор нужно, на батарейку. Да. Не знаю, посмотрим потом. Да, обычно выигранные быстро приходят. Мы уже дома. Покушали. Сейчас будем звонить друзей. Вчера покупали такие вот крабовые палочки. И они очень вкусные. Советую. Они продаются в Магните, да? В Магните. И сейчас они по акции. Ну, очень. Короче, смотрите. Вот это. Powerbank. Сейчас расскажу. Мне предыдущей ночью снилось, что у нас пожар. Сиди. Я тут вещи собираю, документы ищу. И сегодня, значит, вот этот пауэрбанк. Я поставила его заряжаться, телефон. Сначала загорелся фонарик. Я не поняла, зачем фонарик включился. Потом задымился. И все, им пришлось выдернуть проводок. И все. Еще и разобрать надо было его. И в итоге, короче, представьте, если бы я его на ночь поставила. Телефон заряжать. Ну ладно, я на этой ноте закончу свой влог. Спасибо, что вы меня смотрели. Всем-всем пока.